Давайте сейчас попробуем. Если у вас, может быть, есть фотографии, может быть, вы подготовили этих мужчин, это тоже неплохо, вы можете их перед собой положить. Садитесь с прямой спиной. Закрывайте глаза. И представьте образ мужчины, или единственного, или одного из трех, для которого вы будете делать эту практику. И представьте этот образ перед вашими глазами в области кончика носа. И установите медленное, спокойное дыхание. И соединяйтесь с этим образом. Связывайтесь с этим образом. Удерживайте образ в фокусе вашего внимания. И чувствуйте, что будет происходить. Как будут меняться ваши ощущения? Как будет меняться образ? Здесь нет правильного или неправильного. Удерживайте связь и удерживайте образ. Вы удерживаете тот образ, который есть сейчас, не накладывая своих проекций, своих желаний. То, что есть сейчас, или если вы посвящаете практику родственнику, который уже ушел из этой жизни, удерживайте образ, который вам приходит. Еще несколько секунд старайтесь удерживать связь с этим образом, осознавать свои ощущения. Сделайте вдох, задержите дыхание, задержите образ.
И плавный выдох. Если у вас трое мужчин в вашей проекции, вы перед каждой практикой можете сделать настройку, лучше всего сделать настройку на каждого из ваших мужчин. Рекомендуется делать эту настройку в течение 3 минут, но если у вас немного времени, настройтесь хотя бы по минуте.